Здравствуйте, подписчики, вы находитесь на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть в Star Wars Jedi Изгой. И сейчас мы находимся на мусоросжигательном заводе, так скажем. На мусорном заводе, если правильно быть, как правильно выразиться-то. Едем за бандюком. Так, тут у нас ничего нету. Ай-яй-яй. Так. Тут у нас огонь. Поэтому надо вовремя будет. Ага. Сюда. Все надо делать вовремя. Он нам не нужен. Он нам не опасен. А вот кто нам опасен? Фу. Чем это так пахнет? Так, запоминаем, откуда мы прибыли, чтобы потом в случае чего прийти туда. Ага, не проходим, хорошо. Так, ага, видели? Ах ты тварь. Ну-ка вот так смогу попасть. Да что твою мать-то? Вот так. Где там? Что там есть? Нету? Тут что? Вот так вот, блин, потихонечку из-за угла вот. Ой, а я бы мог вот этого и так. На, не получилось, да, тебе? Завалить-то меня. Ой, не получилось. Давай, возьмем. Вот у нас боеприпасы пополним как раз. Все? Ну хорошо. Так, давайте оглядимся немножко, что у нас есть. Дверь закрытая. Вот так открыть и вторую пробить сразу его там. Он там потому что сидит. Да. Тихо ты. Понятно. Так, а в кого я тут тогда? На. А что, этот куб можно было разбить? Да. И что мы имеем? То, что мы разбили этот куб. Не понимаю. Что-то мы должны были с него поиметь. Так, подождите, это не может быть так просто. Это сюда зашли мы. Так, либо... Нет, не так. Здесь дверь закрыта. Тут нету ничего. А вот так вот. Не все так просто. Тележку откатать можно. Зачем только? Ох, ты наверху вот там должен стоять. Точно помню. С бомбами этими. Посмотрим. Так. Перед тем, как нам куда-то либо идти, нам вот это место надо. Так. Надо скорость только включить, чтобы быстро успеть пройти. Опаньки. Вот так. Прошли быстренько. А для чего вы сейчас узнаете, для чего? Мы с вами идем. Покорять. Так, никто нас не видит, нет? Нет, никто. Опа!
Ой, убегаем. Убежали. А мы-то его убили хоть? А-а-а! Блин. Бежим. Так, здесь у нас ничего нету. Смотрите, меч гораздо дальше стал, да? Падает. Кто там? Кто по мне стреляет? О! Вот он, тварь, сидит здесь. Нет, нет, нет. На. А он в меня что, попал, что ли? Да ладно, хрен с ним, что я... Это же не критично. Так, мне куда? Мне вот сюда прыгать. Не так. Блин, как бы... Мне вот так надо пробираться. И когда думаешь, что уже все, нет. Оказывается, еще не все. Прыжок. Прыжок. Тут главное не переборщить. Где ты, тварь? Вот это скинем. И залезем. Тварь. Где ты? Нет? Нет. Я уж подумал, он за мной. Ладно. Идем дальше. Опаньки. А вот и я. А ты где? Смотрите, как далеко он упал. Как низко ты пал, я бы так вот сказал даже. Так, чё? А, мы оружие-то запаслись полностью. Ну, господи, я тут потратил, конечно, да, немножко. Так, эта дверь открывается у нас? Нет, значит, я иду правильно. Вот такой долгий путь. Отгадайте, зачем мы проделываем такой долгий путь? Кто знает? Кто знает, пишите в комментариях. Зачем мы идем сюда такой долгий путь? Ну, правда, конечно, до того, как я успею дойти и показать, зачем мы сюда идем. Вот он, здесь стоял, падла. Мы идем для того, чтобы вот эту тележечку только вот так вот сделать. Представляете, вот этот путь был, вот этот весь огромный путь. Чтобы тележечку вот так сделать. И теперь у нас... Так, теперь у нас идет... Где? Вот сюда нам надо. Опаньки. И сюда. Пойдем обратно, выходим. Ай-яй-яй-яй. Давай, сейчас она еще разок. И прыжок. Успели. Все хорошо. Теперь мы идем сюда. Это у нас большая миссия. Я успел проскочить. Ха-ха-ха. Так, я возвращаться туда не буду. Вот, вот здесь вот. Ага, как же. Так, куда бы мне? Куда бы мне? Куда? Так. Вот сюда. Сюда, сюда. Нет, нет, так подожди, так не пойдет. Ребенок, подожди. Ну-ка, дай-ка я тебе... Прихреначу. Ай-яй-яй-яй, убили негра. Вот сюда. А тот закрылся, представляете? Падла. Так, идем. Сюда. Продвигаем.
И вот теперь мы можем пройти вот сюда. Вы представляете, все вот это было сделано. А, кстати, хочу показать вам кое-что. Я точно уже не помню. Но. Да, залазьте туда. Вон туда как-то можно попасть. Я точно не помню. Суть проблемы вот этой вот. Как-то сверху. Может. Ну ладно, я пока. Может, по ходу игры где-то можно будет. Давайте. Ускоримся. Хотя на самом деле. Хотя на самом деле, мне кажется, мы не ускорялись. Ага, вот. А первый раз-то забежал. Ничего не было. Да тихо ты. О! Ничего себе! Это как понимать? Нет. Подожди, подожди, это. Это подстава. Так. Да. Вот так. Опаньки. Да. Даже запариваться не буду. Что мы тут сделали? Что-то взяли. Теперь нам надо найти одного человечка. Ой-ой-ой-ой-ой, сверху, сверху. О, о! Не понял. Кто по мне так? Вон он. Падла. Так, ладно. Так, на одного взрывателя меньше. Вот это-то-то-то-то. Тихо, тихо, тихо. Цыпа. Что мы имеем? Прошли. Ну, неплохо было бы еще и убрать их. Вот так. Все? Ну, думаю, все. Чтоб они нам не мешали с вами. Вот, смотрите, действительно все. Ладно, мы туда сейчас еще придем. Просто это будет долго. Ой. Долго будет. Блин, вот так стрельну там. Ни хрена себе, бомбой в меня попал. Еще. Да. Пристрелил тебя, падлу, как шакала. А теперь давайте посмотрим. Вот здесь не все просто так. Вот, допустим, броня. Правда, нахрена я две взял, мне и одной хватило бы. Ой-ой-ой. Вот я про что и говорил, одной бы хватило. На, в голову тебе. Вторую голову. Давайте посмотрим. Опаньки. Вот и все. Так, мы тут что можем взять? Ну, немножко, как я понимаю, батареи. Это мы дверь открыли. Куда? А, вот. Взрывали там. Так. Блин, ну давай. Мы обратно, конечно, можем тоже заползти. Но я хочу еще кое-что посмотреть. Ладно. Нам сюда. Ползем, ползем. Не
туда, хорошо. Надо, значит, нам... Вот, кстати. Опаньки. Кого-то тут пристрелить можно было, я помню. Это нам обратно надо спуститься. Сюда, если я не ошибаюсь, да? И мы попадаем. Это как секретная комната считается или нет? Даже не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Или нам сюда Рила и надо? Уверен, что у него достаточно сил для охраны мусора. Нам... Ну, по идее, да, сюда надо. Давайте глянем тогда, что дальше по коридору. Или что внизу? Внизу, если будет тюрьма, то нам наверх. А нам в любом случае туда и туда надо будет. Ладно, давайте сюда. О, это тюрьма. Вот. Ищем человечка. Ищем, ищем. Он вот здесь вот. Узнаете его? Кайл Катарн? Ландо, что вы здесь делаете? А как вы думаете, что я здесь делаю? Сижу в камере. А вы? Я ищу Рила Барука. Вы тоже? Зачем он понадобился республике? Его корабль был вовлечен в инцидент. На Артус Прайме. Оставшиеся. Оставшиеся? Черт, теперь все начинает проясняться. Что? За последние несколько недель шайка контрабандистов-минералов проникли в Клауд-Сити на Беспине. Очень скользкие типы. Они взяли под свое командование половину наших погрузочных платформ и карбоновые залы еще до того, как мы узнали, что на нас напали. Никто не знает, кто стоит за всем этим. Но очевидно, что мусорщики Рила управляют транспортом. Я пришел сюда, чтобы найти Рила и убедить его назвать имена его нанимателей. Убедить? Убедить. Я могу быть очень очаровательным, когда захочу. После нескольких драк в баре и пары партий в карты я не стал ближе к Рилу. Но я услышал о какой-то шишке оставшихся по имени Десан. И меня схватили. Десан? Вы знаете его? Он темный джедай. Он и оставшиеся проводили эксперименты на людях с Новой Республики. Кроме всего прочего. Как я уже сказал, в соединении оставшихся есть смысл. Эти контрабандисты намного лучше организованы, чем мы привыкли видеть на Беспине. Они имеют отношение к Империи. Хотите, чтобы я вытащил вас отсюда? Это не такая уж большая проблема. Вам необходимо знать пароль, чтобы проникнуть в командный центр Рила и открыть камеры. Есть идея, что это может быть? Да, это рубиновые Блилсы. Я мог бы добраться до одного из них. Да, я тоже. Я скоро вернусь. Я никуда не уйду. Хорошо. Жди меня, я вернусь. Только очень жди. Жди, когда снега идут, жди, когда дожди. Так, мне куда? Мне сюда? Обратно, если я не ошибаюсь. Ага, хрен там. Ну, пойдем спасать тебя. Для начала мы пройдем в одну... Очень занимательную комнатку, если конечно, я все правильно помню. Нам наверх. Оп, оп. Видите? Давай. Подожди, а кто в меня стреляет? Я не понял. Тихо. Ну-ка. Так, ну, убили, ну, дальше. Опаньки. Ну и все. Где этот с винтовкой? Блин, попал что ли? На! Кто у них? Ничего себе! Бомбометатель нашелся! Упал ты, надеюсь? Разбился?
Выжил, что? Где ты? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вон он, нашел у тебя стрелок. Нет, вот так вот. Есть. Все, не перебегаешь больше. Замечательно. Так, бомбы. Бомба у меня есть, раз я их не беру. Кто хочет пополнить вот здесь, вот если я прав, а я прав, вот он. Но только не забывайте, что обратно вы еще хрен подниметесь, наверное. Поэтому не стоит лишний раз туда спускаться. Тут можно, конечно, будет, но после того, как вы пройдете вон туда. Так, давайте, 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 давайте. Пароль. ДР пароль. Лифт. Как благородно с вашей стороны. Так, мы должны знать пароль, как я понимаю. Чтобы сказать его. И получить мы пароль можем где? Где мы можем получить пароль? Так, ладно. Вот здесь. Рубиновые блилсы. Верный. Опаньки. А так бы я вниз бы ушел бы, и то ли подох бы, то ли заново начал бы. Точно не могу сейчас вспомнить. Ну. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Видели? Это сейчас мечом надо будет рубить. Ну, это мы проделали. Толчок. Тихо. Размечтались. Пушки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько можно их взорвать-то? Первая есть. Вторая есть. Нифига, ладно. Ага. А тебе не кажется, что ты там охренел? Вот здесь тоже прикол будет за поворотом. Ой-ой-ой. Еще разок. Да. Не вот это козел, ты-то куда? Все, вроде бы обезвредили. Теперь начинается. Уй-ю-ю-ху! Успел. Тише вы. Вы думаете, мне патронов жалко на вас? Не угадали.
Нисколько. Так, что у меня тут? Патроны. Патроны забрал все. Блин, вот хреново, что вот, вот где она? Вот из этой хреновины толком-то и не постреляешь. Так что... Иди сюда. Ну, давайте зайдем. Блин. Конечно, разочарован я маленько, да. Могу пополнить жизни. А, кстати, я могу же пополнить жизни. Че вы, правда, вот. На, и все. Тут можно посмотреть, конечно, это все, но это нам не надо. Потому что мы знаем, куда мы идем. Путь-то один. На свободу. Ой-ё! Вот. Вот где надо было патроны-то сэкономить. Сейчас схватка будет. Что-нибудь ищете? Ищу. Нет, ничего. Вы Рилла Барлук? Именно. Но кто вы? Это имеет значение? Нет. Ваше последнее слово. Что такому респектабельному гангстеру, как вы, нужно от Десана? Конечно, деньги. Тихо. Блин. Давайте кого-то. Еще немножко. Так, нам надо теперь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, хотя вот это тоже правильно будет. Да тихо ты, блин. Давай. Попал. Давай, должен же попасть-то в кого-нибудь. Блин. Иди сюда, на. Все. Всех зарубил. Восполняем все, что только можно. Жалко, что мне мины, конечно, не вернуть эти. Не разоружить их. Да, не разоружить. Ну ладно. Куда мне тут надо это идти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сам же. Тихо. Вот так вот. Ну-ка, нет, давайте-ка. Маленько. Переиграем. Все представления. Так, восполняем, все восполним. И теперь-то мы знаем, с какой бомбой нам куда надо идти. Так,
Ага, не эта дверь. Вот она. На. О, ничего себе, кто-то меня как-то меня. Да падла ты. Будешь подыхать или нет? Давай, где ты? Где Рила? Как такая громадина, как камеры наблюдения? Рила ничего не хочет пропустить. Где эта жаба, блин? Опаньки. Пополним энергию. И... освободим нашего друга. Сейчас он... Ха! Захват на удушающий. Сваливаем. Блин, этот жаба-то ушел. Вот что обидно-то. Хотя вот, конечно, можно проследить. Но я думаю, нам вряд ли там покажут, куда он мог уйти. Ух ты, секретная область. Смотрите-ка. Я еще и броню себе восполняю. Получается, я ничего нигде не потерял. Так. Она мне вообще сюда? Я уж не помню, честно скажу. Тихо. Блин. Да, значит, мне туда, чтобы обратно так не идти. Мне сейчас его забирать надо там. Вот так это все и происходит. Не понял, почему так-то? Давай, я ж тебя тыкал. Секретная область. Что в ней секретного, правда, я не знаю. Пойдем. Что там произошло? Я столкнулся с Рила. Он сказал вам что-нибудь о шайке контрабандистов? Нам не удалось поговорить. Вижу. Послушайте, нам лучше уйти отсюда. Мой корабль спрятан неподалеку. Что вы на это скажете? Люди Рила, скорее всего, уже разобрали его на кусочки. А что насчет Джен? Джен, в этот раз не со мной. Вы выиграли еще один поединок, верно? Ну пойдем. На Беспине вы сможете купить ей цветы. Ну что ж, давайте пройдем к кораблю и там закончим наше с вами путешествие. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!